Ребят, всех приветствую вас на канале из КЗ в ЧЗ. Меня зовут Сергей. Тема сегодняшнего видео: как прожить на 250 крон или 10 евро в неделю. Ну, с пятницы до пятницы будем, давайте считать так. Сейчас я иду в Теско покупать продукты. Я буду готовить, приготовлю в пятницу, получается, первое, второе. И потом во вторник первое, второе. Это как раз, я думаю, хватит до пятницы. Короче, думаю, получится классное видео. Это такой лайфхак для тех, у кого тяжко с деньгами. А то ребята тут просят, как ты живешь там, как тебе хватает денег там. Я просто спасибо моей маме и папе хорошо готовлю. И у меня не занимает это большого труда. Давайте, ребят, сейчас зайдем в Теско и посмотрим, что я возьму. Ребят, вот так он выглядит, Теско Экстра. Погода сегодня не так уж, где-то 6-7 градусов тепла. Ну и народу, наверное, в Теско очень много. Вон машины, полная парковка получается. Сейчас это займет у меня, времени немало, но все равно будет, я думаю, крутое видео. Ребят, что я уже взял? Получается, фарш взял, картоху и лук. Сейчас возьмем курицу, рожки, гречку. Ребят, фарш, смотрите, за килограмм 84,90. Ребят, куры, смотрите, 59,90 килограмм. Я уже взял курицу. И здесь есть, смотрите, бедрышки, получается, 59,90. И фарш тоже 84,90, по акции все. Ребят, масло подсолнечное 23,90. И я хотел показать, мука еще почем. Вот 11,90 есть. И 7,90 крон мука. 7,90. Ребят, рожки 8,90. Вермишель 8,90. Спагетти 8,90. Там 9,90. Ну и всякие тут, я не знаю. Вот такие цены. Ну я вот по 8,90 взял. Две пачки. Ребят, ну все, я вышел. Как я ни старался, у меня все равно вышло 279,63. Что я взял? Рожки две пачки по полкило. Гречку, морковку, курицу. Курицу полтора килограмма вышло у меня. 88 крон. Потом мясо килограмм. Получается фарш. Килограмм 84,90. Так, что тут еще получается? Приправа куриная, лук и картошка. Сейчас домой придем, я покажу, что я буду готовить сейчас, первое и второе. Пасмурно сегодня очень. Вот так супер все. Иду свою бутованию. Вот, друзья, что я купил. Фарш, получается, килограмм. Курица полтора килограмма. Перловка, гречка. Две пачки рожек. Морковка, лук и картоха. Получается, вот этот пакет 280 крон. Дорогие друзья, я, короче, уже разделал курицу. Пол курицы убрал, получается, в морозильник на следующий раз готовить. Пол курицы поставил суп вариться. Сейчас супчик сделаю, там будет картошка. Вот эта курица, чуть-чуть рожек добавлю. Ну и все, такой супчик будет: картошка, курица и морковочка, и чесночок и приправа. А на второй будет каша перловая с фаршем. Вот такие пироги. Ребят, получились два вот таких блюда. Вот супчик с рожками. Там мясо, картошечка, такой прям наваристый. Он красненький из-за приправы, я приправу взял хорошую, куриную. А здесь перловка такая с фаршем, получается, и с луком. Тоже замечательное, сытное блюдо. Ну, как-то вот так, ребята, такое видео вышло. Получается, 280 крон. Два раза я буду готовить, первое, второе. Вот сейчас я приготовил супчик на первое, а на второе кашу перловую с фаршем. Я думаю, где-то во вторник я буду готовить там гречку, гречневый суп с курицей, с половиной курицей, и
с полкилограмма фарша сделаю рожки по-флотски. И тоже приправка у меня есть, лук есть, морковка есть, я это сготовлю. Насчет растительного масла, ребят, получается, оно у меня было, я его не покупал. Ну, вы видели, цена там 23 крона. Получается 280 крон на неделю, на еду. Ну и потом, если вы берете аванс, получается, один раз в неделю по 1000 крон, остальные деньги вы можете использовать там фрукты, молочные продукты, кто что желает. Ну, вот такое видео, ребят. Если вам понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Давайте мир вашему дому. Пока-пока. Огонь, ребята. Огонь.